31 октября 2021 год, Харьков. 33.58 по Киеву, Харькове. Уже с переведенными часами. Ну, дома Хэллоуин. Похоже на тыкву. Хэллоуиновская, так. Да, в общем, выскочил себе поснимать МКС. Но так и не разобрался с переведением часов на зимнее время. И теперь у меня целый час. Есть на то, чтобы поснимать то, на что раньше не хватало времени. Да, ну теперь, если это раньше смотрелось как просто смайлик, сейчас вот две звездочки вон. Одна в правом нижнем углу, другая в левом верхнем. Ну, натуральный смайлик и два глазика. Да, боюсь, тесты Роршаха я бы не прошел. Да, через час будет пролетать МКС. Сейчас я попробую с этими настройками на большую медведицу настроиться. Вот она. Значит, между этими двумя звездами будет пролетать. Ладно, вам это не нужно. Мне это можно будет сделать и позже. Ну, натурально. Хэллоуиновский смайлик тыквенный. А что ж там за звездочка пристроилась? Правее. 31 октября 2021 год, Харьков, 4.02 по Киеву. Время уже зимнее. И смотри, тысячи, ух ты, классные какие. Игры света и тени, это что ж такое? Изменилась температура воздуха, совсем по-другому ведет себя штатив.
практически овальный кратер. Очень любопытно. Ну, получается, да, все-таки очевидно по касательной прошелся. Черная вот эта вот эллипсоидная фигура. Ладно, хорошо, на таких настройках, наверное, не буду я снимать. Сделаю ISO поменьше, тогда пересниму с другой локации.